7 лет исполнилось Таван Радио. Что изменилось за это время на волне 103 FM, расскажут мои коллеги. Азамат Ушкан, Кавакуш, Ятла и Руба эфир до Польши, Аплабл Засан, Сиренька Малрада, Тивиш Терджа. Канал вещает круглосуточно на двух языках, русском и чувашском. В эфире хиты современной российской и чувашской эстрады. Формировать музыкальный плейлист во многом помогают сами слушатели, сотрудники родного радио, постоянно с ними на связи. Каждый час свежий выпуск новостей, ежедневно утреннее шоу, актуальные интервью, программы для детей. Делают все это профессионалы. Приходя на работу, интересно и хочется видеть тех людей, с которыми ты работаешь бок о бок каждый день. На самом деле, в течение всего дня, особенно зимой, когда не хватает солнца, находиться в одном и том же коллективе бывает иногда сложно. У нас таких проблем нет, и это радует, потому что творческая составляющая, которая наполнена просто на все 103%, наверное, за моей спиной сейчас частота Чебоксарского радио как раз-таки вещания. Только так может творческий коллектив существовать вместе. И пусть так у нас будет всегда. 7 лет, 7 зон вещания. Ко дню рождения радиостанции расширилась территория охвата. Родную речь можно услышать и за пределами республики. Таван Радио – это идейная, творческая, креативная команда, которая ежеминутно, ежечасно дарит хорошее настроение своему слушателю. Очень приятно понимать, что радио в основном слушают для поднятия настроения. На работе, дома, за рулем, неважно где. Приятно понимать, что Таван Радио вещает и помогает поддерживать в течение дня бодрое, приятное, позитивное настроение. В рамках празднования прошел конкурс «7 поводов слушать Таван Радио». Сегодня определили победителей.